Вперед, Лера! Вперед! Это правильно. Перескок. Раз. Два. Остался. Да. Посмотрел на нее. Вот, Вань, ты разворачиваешься. Легенда о любви для меня значит очень много. Я танцую этот балет уже более 10 лет, начиная с Мариинского театра. И придя в Большой, я выучила новую редакцию, скорее переучила. Но, тем не менее, смысл спектакля для меня от этого не поменялся. Хотя, признаюсь честно, полная версия, которая идет до сих пор в Мариинском театре, мне ближе. Вот сейчас только гладишь. Там два раза повторяется арабеск, арабеск, и она вперед сойдет. Вот, вот так. Да. Вот чуть-чуть начали правильно. А дальше там есть акцент. Пам, пам, пам. И, да, и на себя. Вот так, во, вот так, да. И поставили. Да. Да, прям так же оставить. Туда и на себя. Потому что я хочу под рукой пройти, и поэтому берусь подальше. Видишь, как-то она так цепляется она по-другому. Она берется сама, да. Когда ты тебя вцепилась, можешь убирать. Как-то по-другому можешь было. Я за тебя держусь. Ты вот так в ладонь ну, хорошо я была. За кисть? Да, вот, за кисть. Вот, за кисть. За кисть. Кисть, кисть, да. Видишь, тебя Александр Николаевич сам держит. Да. Видишь, как я просто положу. Я учила эту партию с Нинель Александровной Кургаткиной, которая запретила мне смотреть какие-либо видеозаписи и сказала, что я передам эту партию тебе просто вот как по наследству. И я покажу все. И я никогда не забуду нашу первую репетицию. Я пришла в зал и хотела показать какие-то сложные технические моменты, вариацию. Она сказала, дорогая моя, сделай вот так. Я сделала так. Нет, ты не поняла меня. Здесь должна работать только кисть. И запястье должно быть подвижным, а не вся рука. Ты поняла? Да, поняла. Вот теперь иди и целый месяц репетируй это. А когда научишься так делать, приходи, и мы начнем репетировать легенду по-настоящему. Закрылась от него. У него есть акцент, когда он тебя открывает, да? А ты без него открылась и все. Пам, и он тебя открывает, и ты спокойнее. Поняла, да, какое место? Он тебя... Во! Во! И тогда открыл. Да, посмотри на него. Посмотри чуть-чуть, а потом откройся. Тянем, тянем. Угу. Говорила. Плавнее все. Высоковато это все. Сейчас Юрий Николаевич бы орал ниже. Вот посередине. Раз. Это вот
когда обнимаемся, так, вот не просто обнимаем, вот стоящим, а там формально, да, это чуть-чуть как вот, как будто вот ты его обнимаешь по обратно. Да, да, там такой как вздох, да? О, да. И уже вышли, да. Да. Можете сами судить о том, как я готовилась к спектаклю, и столько месяц я пыталась понять технику вот этих рук. Но именно этот спектакль особенный, потому что в него вводится мой партнер Иван Васильев, с которым я буду танцевать впервые за всю мою творческую жизнь. И он впервые дебютирует в роли Ферхады, и это всегда очень интересно, когда твой партнер по спектаклю что-то делает впервые, а ты, как его наставник, помогаешь ему войти в эту роль, в этот спектакль и делишься частичкой того драгоценного дара, который тебе дается, дара вот танцевать в данном спектакле. Потому что, на мой взгляд, это один из самых ярких шедевров Юрия Григоровича. Я хочу...